И вот, например, мне совсем недавно показали, оказывается, Хазанов делает какую-то пародию, которую написал Хаид, в котором кроме мерзости, вранья и все это на уровне сплетен, только плохо рифмованных и бездарных ничего нет. И я, честно говоря, даже просто поражен, каким образом это, в общем, может быть, они люди всеядные на эстраде, понимаете, им не важно что, лишь бы вызвать какую-то усмешку, но ведь иногда смеются, когда... Извините, показывают неприличные места на сцене, понимаете, тоже на это тоже смеются иногда, на это нельзя рассчитывать. Просто это, мне кажется, что это от бессилия люди делают какие-то пародии, начинают кому-то подражать, голосам там и так далее. И, в общем, это низкое, это нижайший слой даже эстрады, вот эти вот все эти прикидываться.